Скажите, пожалуйста, произошло давно ли ДТП? Кто-нибудь пострадал? Час назад. Ну, а как получилось? Я ехал, остановился, светофор была красная. Угу. Перед меня машина хочет развернуться. Так. Разворачиваться. А и вы вот ударили. И удар. Как получилось так? Ночью вы встретились? Я хотел совершить разворот. Так. Допустим, поворотник. Угу. Кстати, от чего водитель ударил меня под бампер задний. Не пострадали? Нет, согнуто было. Скажите, пожалуйста, как эти несчастные люди тут встретились, на ваш взгляд? На мой взгляд? Да. Давай замерим. Выберем машину. Трое пройдет. Товарищ инспектор ночью ничего не думает. И думать ему не надо. Ему надо мерить и оформлять документы. Вот и все. А мы едем дальше. Вот все спят, а вы работаете. Что случилось, расскажите. Они на этом жители. Погибают они, да? Да. То есть от нашего асфальта погибают не только обычные машины, но и даже такие. Ну, а вот это не ребенок старый. А можно какую-нибудь сломанную посмотреть? Ничего себе, это вот так металл умирает от асфальта? Да. А на сколько вам новых хватит, зубер? Плюс-минус около километра. Километр, и все, и вот это все опять менять. Обалдеть. А сколько по времени будет занимать вот сейчас ремонт? Надо тут менять. Пока вы все спите, люди работают и пытаются сделать для вас ровные дороги, которые вы будете портить, когда проснетесь. А мы едем дальше.